Холода не страшны. Комплексные работы по подготовке к отопительному сезону начались за несколько месяцев до его начала и уже сегодня приближаются к завершению. По летним и солнечными и теплыми выдались дни сентября, но все же сезон холодов не за горами. Как известно, встречать их необходимо во всеоружии. На сегодняшний день к отопительному сезону подготовлено 58 из 59 котельных. Кипит работа по подготовке к зиме и на центральном тепловом пункте номер 3. Комплекс обеспечивает теплоснабжением 20 объектов как социальной сферы, так и многоквартирные дома с центральным отоплением и горячим водоснабжением. Единая теплоснабжающая организация «Теплоцентраль» проводит замену насосной группы. Потому что данное ЦТП построено в 80-е годы. Здесь насосы не энергосберегающие. Также бойлера водонагревающие, они уже в ветхом состоянии. Здесь ставятся новые пластинчатые теплообменники, новая насосная группа, обвязка, как и насосной группы теплообменников. Также вся запорная арматура, задвижки будут заменены на данном ЦТП. Сегодня 1296 многоквартирных домов готовы к запуску тепла. Так, дом 9, корпус 3 на Пролетарском проспекте полностью подготовлен к сезону холодов. Были промыты теплообменники, промыт контур, соответственно, сдано в теплоцентраль, на то есть соответствующие акты. Значит, заменена была автоматика и почищены были насосы на насосной станции, которая отвечает за холодное водоснабжение. Соответственно, оно нагревает под горячую воду. Значит, были утеплены тепловые контуры, входные группы мы сделали, значит, поменена была плитка, сделаны пандусы, провели асфальтирование. Также был подготовлен паспорт готовности многоквартирного дома, соответственно, был заверен в администрации, в теплоцентрале, подписан другими подрядчиками. Ранее в Щелковском районе была проведена подготовка тепловых сетей, протяженность которых составила свыше 250 километров. Также заменены и отремонтированы более 2500 метров теплотрасс. На стадии завершения находятся работы по замене центральной тепловой трассы протяженностью в 980 погонных метров от котельной ДОС в Чкаловском микрорайоне. Ранее трубопровод был наземным, теперь же теплотрассу проложат подземным способом. Кроме того, в рамках подготовки к холодам плановую промывку центральной канализации продолжает Щелковский межрайонный водоканал. Такая процедура полной промывки канализационного коллектора значительно снижает уровень аварийности на сети. Это ежегодная промывка, мы проводим ее два раза в год, весной и осенью. На сегодняшний день мы уже промыли 10 улиц, и вот теперь у нас на очереди улица Институтская, и мы пойдем дальше в центр Щелкова. Кроме того, проведена профилактика на 41 водозаборном узле. Также на территории района промыто и отпесовано 100% водопроводных сетей. Теперь холода не страшны. Анна Бальет, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».